Ну, наше предприятие молодое, я имею в виду наше подразделение, да, то есть ему всего лишь 4 года. На нем установлено новое современное оборудование. Мы поддерживаем европейские стандарты. Мы выпускаем панели в соответствии с ГОСТами, с нормативными документами. И поэтому очень высокая эффективность производства. Думаю, что по этой причине мы заинтересовали руководство региона для того, чтобы приехать к нам, посмотреть, как мы это все делаем. Главное достижение, что будете именно показывать? Мы будем показывать саму линию, расскажем о своих возможностях, какие мы можем выпускать продукты, чем мы выгодно отличаемся от других производителей. Например, ширина наших панелей достигает 300 мм, которые, в общем-то, не достигает в российских регионах никто, кроме нашего предприятия. Также можем рассказать о том, что толщина наших панелей, делаем панели из нержавейки, так делаем панели с различными покрытиями, с различными видами по длине. И все это благодаря оборудованию, которое установлено здесь, и благодаря людям, которые на нем умеют работать. Немножко о рынках сбыта. Рынок сбыта у нас немножко в компании поделен. В основной части, да, то есть с этого завода продукция уходит в центральный регион, северный регион и также за рубеж. Такие страны, как Белоруссия. Были у нас также поставки в Венесуэлу, были поставки в Никарагу. И все это мы производили на этом предприятии.